Научиться китайской каллиграфии, завязывать китайские узлы, вовсе выучать китайскую мову у Могилеве реально. На базе Института повышения квалификации и переподрыхтовки МДУ имя Куляшова урочисто открытый Центр мовы и культуры Поднебесной. С подробностями Алена Милюшенкова. Открытие Центра китайской культуры – это справа не одного дня. Работа над его створением распачалась еще у 2014-м. И за 2 года его наведали не только студенты, але и медики, наставники, бизнесмены. И это больше за 100 человек. И стало зрозумело, что призначение центра не только в выучении мовы. Могилевский государственный университет, конечно же, не мог остаться в стороне от этой работы. И создавая подобный центр, мы действительно представляем его гораздо шире, чем просто центр по изучению китайского языка. Это будет центр, в котором будет представлено многообразие китайской культуры во всем ее значимости и объеме для культуры мировой. Покуль, кажут организаторы, у планах на этот год набрать 3 группы 30-35 человек на выучение мовы. Причем выкладать китайскую запросить миновито носьбита мовы. У перспективе разностайные мастер-классы и презентации дозволят больше подробязно познакомиться с культурой и мастерством Поднебесной. Алена Мельшанкова, Виталий Алексеенко, новины региона.